Турция снова подставила плечо Катару. В Анкаре заявили, что условия прекращения блокады Эмирата противоречат международным законам и нарушают суверенитет страны. Напомню, 4 арабских государства – это Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн – через посредничество Кувейта накануне передали Дохе список своих требований для восстановления дипломатических отношений. Среди них закрытие турецкой военной базы и прекращение вещания канала Аль-Джазира, а также разрыв контактов с Ираном. На выполнение требований Катару дали 10 дней. Власти страны уже назвали эти условия нереалистичными.